одинокое вето и всего четыре голоса за ваш текст – это двойное унижение. Этот текст был циничной попыткой отвлечь внимание от вашего сегодняшнего вето, которое снова отказало народу Алеппо в любых надеждах. Не получилось, потому что не было требования относительно немедленного прекращения авиаударов по Алеппо. Это прикрытие, как и пустая приверженность России, тоже прикрытие. Бомбардировки в Алеппо просто варварские, и прошу их немедленно остановить.